приход новых людей в комитет спорта и физической культуры города Волжского. Но я думаю, если придут профессионалы своего дела и им не будут мешать, не вставлять палки в колеса, то да, они поднимут наш уровень спорта нашей молодежи. Я думаю, будет все хорошо. Построено много в городе Волжском. Установлены снаряды спортивные в парках, во всяких. Ну да, это очень хорошо. Строится комплекс спортивный. Но он один, он далеко. Раньше в советское время как бы во дворах были карты. Заливались в зимнее время. Они играли в хоккей. Спорт в городе Волжском, чтобы он еще вышел на мировой уровень, ну, надо начинать с малого, с шаговой доступности. Шаговая доступность — это вот жилые дома. Люди, бабушки раньше смотрели с окон за внуками, родители также с работы приходили, а мы вот здесь вот проводили свое время, то есть когда здесь было все залито, огорожено, и тут мы вот, так сказать, тратили свою энергию. Ну, а на сегодняшний день все тут видно невооруженным взглядом, то есть все вот в таком состоянии, все убитое.